любовь и прокаженный. Любовь жила в прекраснейшем дворце и из окна увидела однажды прокаженного с проказой на лице, и губы его высохли от жажды. Он шел, нет, ноги волочил едва, а перед ним все двери закрывались, воды ему никто не подавал, коснуться прокаженного боялись. Любовь через оконное стекло недолго на прохожего смотрела, ему же плохо, мыслью обожгло, ведь в сердце у любви любовь горела. На улицу скорей обнять, помочь, кувшин с водою в руки, двери настежь, смотреть на прокаженного не в мочь, как жалок, как убог и как несчастен. Во взгляде у него застыла боль, и сердце у любви все громче билось. К прохожему приблизилась любовь, не только предлагая воду, милость. «Пойдем со мной», — сказала во дворец, — «есть у меня бальзам для ран и пища. Страданиям твоим придет конец, ты никогда теперь не будешь лишним. Пойдем». Любовь прохожего звала, но кто бы во дворце жить отказался, открыты двери и любовь ждала. Но прокаженный громко рассмеялся, он выбил у любви из рук кувшин, и нет воды, осколки под ногами. Потом в лицо ей плюнул от души, нагнулся и поднял с дороги камень. Готов был бросить камень за добро. О, так не поступают даже звери. Любовь шагнула тихо за порог, но во дворец не закрывала двери, а прокаженный ей вослед кричал: «Я проживу и без твоих подачек!» И весь в проказе. Лучше б он молчал, а во дворце любовь молилась плача. Вы скажете, такое не бывает, но Божьего отвергли люди сына и без стыда в лицо ему плевали. Так было и так есть, любовь Господню, увы, не каждый принимает грешник. В лицо любви еще плюют сегодня, еще хотят ходить в своих одеждах, проказою греха еще гордятся, оборванные по дорогам бродят, ни наготы, ни грязи не стыдятся, и мимо Божьей любви проходят. Иисус на прохожих смотрит с болью: «Не уходите, Богу можно верить, готов Господь вас окружить любовью». И во дворец еще открыты двери, там исцеление, покой и счастье, такие и не снились вам чертоги. Куда же вы? Спаситель всех прощает, он не ушел, он ждет вас на пороге. Аминь.